Ремонт здесь шел с начала года, и все это время для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, сочинцы зачастую перебегали через дорогу. Учитывая большую интенсивность транспортного потока, это было небезопасно. Поэтому открытие подземки с нетерпением ждали и жители, и гости курорта. Сейчас вы посмотрите, удобно, компактно, приятная отделка, потолки. Ну просто спускаешься и чувствуешь себя в безопасности, очень хорошо. За время ремонта рабочие уложили новую мраморную плитку, полностью поменяли коммуникации, оборудовали ступеньки наклонными дорожками для спуска детских колясок и велосипедов. Пешеходный переход стал просторнее, отсюда убрали торговые ларьки и рекламные щиты. Теперь подземка полностью доступна и для маломобильных граждан. Мы заменили полностью облицовку полов, стен. Заменили светильники, сделали новую насосную группу, сделали его доступным для инвалидов, поставив соответствующую платформу. До конца сентября в центральном районе откроются и другие переходы у железнодорожного вокзала, на Платановой аллее и в районе горбольницы.